выдвинул коробочку, еще несколько бойцов. Бункер, ракета уже у противника, они готовятся ее нести. Бункер, ракета уже у противника, они готовятся ее уже нести. Я вас понял, ребята, слушайте, у вас должна быть группа создана мобильная, человек 20. В том месте, где вот высаживался десант противника, надо будет ударить туда, там у меня коробочка стоит. Только мы обнаружим ракету, я вам скажу сектор, куда надо выдвигаться, как поняли, прием. Приняли, приняли. Белый, сокол. Сокол, ты понял, куда выдвигаться? По той дороге, по которой мы шли, вот в ту сторону, когда с лагеря выходили. Принял. Сокол, принял. Бункер Пашкеру, Пашкер, Пашкер, вы обнаружили ракету?
на точке со своим взводом передвигайся на перекресток, где вчера десантом покрошили 20 человек. Туда сейчас КамАЗ нам в тыл проехал, с желтыми. Если они сейчас сюда выйдут, они закрепятся на этом пятачке, как понял, прием. Первый, второй, принял, принял. Сейчас бункер, нам сейчас вообще абсолютно никакой роли. Белка, прием, это Бес. Бес, слушай тебя. Бункер, Бес, слушай тебя. Наблюдаем противника. Бункер, бункер, ракету унесли, мы снимаем с бункера и топаем. Пройдите побыстрее. Бункер, шумы. Шум, это бункер, ты где? Ну, коробочки, ну, коробочки. Давай, давайте дальше за коробочкой, гони сюда, я знаю, конце угольник. То есть вам еще метров 150-200 до конца пройти. В сторону нашей базы. Занимайте там оборону у меня, очаговую, около Киева. И готовьтесь выдвинуться, если что, я с противоположной стороны шума.
возле елки, где загруженная елка, давайте их заберем, отправлять туда дальше, усиляя ближе к консерватории. Сороковый на девятку. 47-й на девятку. Я тоже. Сейчас еще расскажу. В районе автозак. Пожок, посадили? Да, посадили. Поехал, Сусан, поехал.
Виктор для Арины, еще 700. Ваша вариант задействовалась? Нет, мои нет. Диктат 70, Арина, еще 70. На жестку. Варяй, задействовал. Гради, не цепь. Объект Стелла. Принято. Гриви 70, я Дику 01 прием. На звездку. Задействовалась ЛН на Майдане. Задействовалась по объектам. Принято, дякую. Да, идут.